Так, опять всем привет. Очередная распаковка на диване товаров из розетки. Мы уже сняли целый Голливуд с распаковками. И теперь у нас часы. Долгожданные часы, жить без них нельзя было, потому что ну тупо времени не видно, сколько ты на кухне проводишь времени. Вот, кухня такая классная, что нужно это время засекать и ценить. Поэтому купили часы, долго выбирали. Ценовой диапазон такой, чтобы не сильно дорого и не сильно дешево. У каждого это, конечно, разный диапазон. У нас это было в районе 350-400 гривен. Эти конкретные часы стоят 350 гривен. Да, ровно. Вот. Забирали из пункта самовывоза розетки. Так что дорога условно бесплатная. Дизайн сдержанный. Под дерево. Стрелки широкие. Цифры понятные. Четкие. Есть деление. Пакет уже вскрыт. На розетке проверяли на отделение. В отделении рабочие или нет. Что еще сказать? Они не шумят. Кто, если что, спрашивает. Модель, если не ошибаюсь, как она там, УФО. Короче, модель вы найдете легко, если поставить. А, вот. Мне тут подсказывают. Optima Promo Natural. Настенные часы. А там какие-то цифры, неважно. Optima Promo Natural. И неплохо так смотрится. Сейчас я их переверну, посмотрим. Так, вот. Такие часы. Тут под дерево. И на, по ощущениям, как фанера, наверное. Я думал, пластик, но реально как под дерево. Стандартный механизм. Под одну батарейку. Не обманули. Кварцевый. Какие-то цифры. Ну, собственно, вот все. Вот это я только не знаю, зачем. Потому что вентиляция или что это. Кстати, немножко не по теме, но полезный совет. В интернете советуют. Если часы вы купили, они тикают. Сюда какой-то поролон, сюда прокладку, и чтобы оно прижималось к стенке, тогда уменьшается звук. Но это лайфхак непроверенный. Вот так сами часы выглядят. Вот. На фоне руки масштаб. Так, чтобы вот так вот. Никаких надписей нету тут. Потому что некоторые часы мы забраковали из-за надписи под цифрой 12. Большой логотип, нафиг он нужен. Там это фирма китайская. Вот. Тут никаких вот позорных Made in Switzerland и все такое. Короче, обычно нормальные часы. И опять же с универсальным дизайном. Как-то так. Все, всем спасибо. Распаковка закончена. Часы вешаются на стенку.